artist has a different style. Заказать замечательные билеты, просто прекрасные. На вокзале Баюшко. Это не просто ролл наш мозг. Вот то же самое случилось. 13 веке с Крылья. А Россия... Появляется резонный вопрос. Это зачем? И кто так сказал? Вот. То есть лет 5 назад один... Да. А, вообще в наше время просто была в них сладкоежка уже не убит. Одна вещь. Вот это вот цифра. Да, люди все. Не побоюсь соврать, может быть, даже. Он не бежал, у него была такая задумка. И Александр, чтобы метро было глубокого замыгания. Они, конечно, приглашали инженеров. Ну, как бы да. Как красиво и как прохладно. Безумие, это время закончится. Да, и... Агрессивные частные железнодорожные компании, иногда сеть автомобильных дорог, канальная система умерла полностью. Разрешенная скорость на каналах только 5 километров в час. Ага. Всем привет! Я Татьяна, лондонский скриптовед, сегодня Иван. Да, спасибо вам, Татьяна, за приглашение. Да, мы сегодня будем гулять по маленькой Венеции и будем смотреть Лондон, тот, которого вы никогда, я уверена, не видели. Да. Это каналы, плакучие ивы, птицы, баржи и так далее. И очень экзотические обитатели. Кстати, у Татьяны есть также веб-сайт. Ее можно заказать замечательные билеты, просто прекрасные билеты. Так что, Татьяна, какой там был веб-сайт, напомните? artwalk.london. Это мой веб-сайт, это мой инстаграм, это мой фейсбук. Погнали дальше. На вокзале Баюшко. Это не просто так. Дело в том, что каналы Великобритании, а маленькая Венеция, Венецианский канал и железная дорога – это дети одних и тех же родителей. Их породила промышленная революция, которая здесь случилась в 18-19 веках. Каналы развивались вперед, железная дорога чуть позднее, но в итоге она догнала и похоронила все эти каналы, всю канальную систему. Мы когда выйдем с вами на улицу, тоже дорогие, я еще подробнее об этом буду рассказывать. Ларьками, садами, но на них нет, это все разломать. А когда-то это был вот такой зимний сад, посмотрите. А, абсолютно воздушные такие конструкции, летающие. Как красиво. Постройка 1854 года. Вообще первый поезд вот с этой западной железной дороги ушел в 1838 году. Но британцы, знаете, они часто были впереди планеты всех своих вот этих проектов, особенно в 19 веке. И они, когда что-то начинали делать, они еще мало понимали, что у них из этого получится. Но здесь им хватило меньше 20 лет, чтобы понять, что это всерьез и надолго, и что им нужно сдать вот этого вокзала. И строил его не абы кто, а сам Изанбад Киндл Брюнелл. Это гений промышленной революции в Великобритании. Который был главным инженером вот этой западной железной дороги. Ну, он строил железнодорожные полотна, туннели, мосты, даже межатлантические лайнеры, которые ходили и курсировали между Британией и Америкой.
И вообще по опросу, тут недавно был опрос, довольно давно в BBC его сделал опрос самых таких значимых британцев. Вот его назвали номер два после Уинстона Черчилля. Ничего себе. Да, потому что, ну, вы знаете, он действительно изменил мир. Вот в наше время его можно сравнить, наверное, со Стивом Джобсом. Потому что то, что у нас в течение жизни одного поколения компьютер оказался в кармане, полностью перекомпостировал наши мозги. Вот то же самое случилось в 19 веке с появлением железной дороги. Когда на глазах у изумленной публики просто сжалось время и пространство. Представляете, тут какие-то места, какие-то области, которые были на краю земли, как казалось, человек никогда в жизни туда не попадет, потому что это было долго, дорого и так далее. С появлением поездов это стало быстро, комфортно, стали развиваться курорты, вот какие-то вот даже пляжные, вот, ну и вообще много чего стало. То есть в 1738 году уже была железная дорога? Да. А в России в 1737 появилась первая, между Пушкиным и Петербургом. Ну, может быть, но здесь была уже большая ветвь. Да. Ничего себе. На самом деле железная дорога в Британии появилась в 1725 году. А в 1738 отсюда ушел первый поезд, вот аж прямо на запад. То есть это была уже западная железная дорога большая. И как относились? Ну, то есть я помню, в России были рассказы, что люди настолько боялись этих железных поездов, они гибли, они там были бунты, пришлось царю закрыть на 2 года железную дорогу не пользоваться, потому что люди настолько боялись поезда. А тут как к этому относились? Ну, британцы одни посмелее, прогресс любят, вот. Потом тут королевская семья, и в особенности принц Альберт, супруг королевы Виктории, активно это дело продвигал. И нет, нормально. Ну так вот, и у вас сейчас есть уникальная возможность познакомиться с Изанбадом Киндомом Брюнеллом. Пойдемте. Окей, погнали дальше. Онлайн. Именно поэтому у нас метро, метрополитен и так далее. Видите, она соединяла 3 вокзала. Паддингтон, Кингс-Кросс, вот здесь вот был Юстон еще посередине, и шла в район Сити. Сейчас метрополитен лайн тоже существует, но на Паддингтон она больше не заходит. Она от Бейкер-стрит и уходит резко на север. Вот. И эта самая первая станция, она занимала одну площадку на вокзале. Собственно, сейчас происходит то же самое. Вторая станция Паддингтон, которая зеленая веточка, District and Circle Line, она была открыта уже через 5 лет, в 1868 году. И она такого неглубокого залегания. А третья станция Паддингтон, Бейкер, это 1913 год.
И это уже как мы привыкли, глубокая такая, свойки туннель и так далее. И если вы посмотрите на карту лондонского метро, то вы увидите, что эти три станции находятся, как вы понимаете, в одном месте. И поезда оттуда идут практически параллельно и сходятся в районе Бейкер-стрит. Появляется резонный вопрос, это, собственно, зачем? И кто так строит? А это отличная иллюстрация того, как здесь строилось метро. Никаких единых планов, никаких согласований. Частные компании, концессии, которые, в общем, кидали свои ленты вот так, как Бог на душу положит. И вот этот хаос в плане лондонского метро, когда там одна ветка наложена на другую, потом в какой-то момент они расходятся, вообще я в лондонском метро как-то заблудилась, да, то есть это, конечно, вообще сложно даже представить нам с нашими такими в бывшем союзе довольно логичные ветки, схемы и так далее. Здесь все вообще совсем не так, и это максимум, что им удалось сделать, когда они это все объединяли в одну единую серию. И многие станции были закрыты, особенно в центре, потому что их монотонии там очень много. Ну, наши Паддингтон сохранили, наверное, это кому-то нужно. Сейчас я вам еще на этом вокзале покажу одну точку. Она находится на первой платформе под часами. А потом мы пойдем уже гулять. Окей. Такая штучка еще, да? Собачка или что это? Это Мишка Паддингтон. Мишка Паддингтон, я не знал про него. Сори. Нет. Я много чего не знаю. Сейчас я вам расскажу. Поэтому и хожу. Это же такой классный фильм. Да. Вообще Россию называют страной медведей. Но удивительным образом самые популярные в мире медведи, они родом тоже из Великобритании. Ага. Взять хотя бы Винни-Пуха. Да-да. Но медвежонок Паддингтон тоже сейчас активно наступает ему на пятки. Как вообще все это начиналось? Это 1954 год. Майкл Бонд, оператор BBC, засиделся на работе в канун Рождества. И когда он вышел из своего офиса, он вспомнил: «Боже мой, а я же не купил подарок своей дорогой супруге, а все уже закрыто или все раскупили». И тогда он добегает до Селфриджес, влетает в игрушечный отдел, хватает чуть ли не последнего медведя, приносит его домой, дарит супруге. Супруга счастлива, все счастливы. И они его ставят на каминную полку. И начинаются длинные рождественские каникулы, в течение которых он скучает, слоняется по квартире и в итоге берет этого медведя, относит к себе в кабинет и начинает придумывать разные забавные истории. Да придумывался до 20 книг, которые сейчас переведены уже на огромное количество языков. Да. И 35 миллионов экземпляров, уже, наверное, даже больше. О чем эта история? Это история про маленького Мишку из дикого Перу, который приехал в Лондон для того, чтобы изучать английский язык и манеры по совету своей тетушки Люси. И его нашли на вокзале Паддингтон вот с такой вот табличкой. Такой типа: вот хороший Мишка, возьмите его к себе на груди. Вот такая классическая английская чета мистер и миссис Браун. Он оказался такой сладкоежка, плавник. В общем, какая чудесная абсолютно детская история, но мало кто знает, что это все нас отсылает к событиям Второй мировой войны.
и битве за Лондон. Когда здесь были абсолютно дикие бомбардировки города на уничтожение, и была объявлена масштабная эвакуация детей. У кого были родственники, если поехали к родственникам, если нет, то просто собирались благотворительные поезда, на которые родители приводили своих детей вот с такими табличками. Все самое главное, что вы можете написать про своего ребенка. Это Питер, это Мэри, ему 8 лет, там ей 5 лет, он боится темноты. Она там не ест овсянку, ну, к примеру. И потом на станциях просто люди разбирали их к себе в сельской местности, к себе по домам. Если вы смотрели фильм «Хроники Нарнии», а если не смотрели, очень рекомендую пересмотреть. Собственно, этот фильм начинается с того, что дети во время войны приезжают в эвакуацию, их забирают со станции абсолютно незнакомые люди, они начинают там жить, и в шкафу этого нового дома начинаются вот эти чудеса. Так вот, именно поэтому этот мишка с такой странной табличкой нашел очень быстрый отклик в сердцах, прежде всего, британцев. А потом эта история пошла по этому. Наш Чебурашка, вы понимаете, уже оттуда. Вот. И не так давно эта история получила продолжение, потому что вышло 2 фильма. То есть лет 5 назад один. Ну, который наш... совершенно чудесный. Да, а первый смотрели? Смешной, да. Да. Вообще в наше время просто «Булавника сладкоежка» уже не удерживает, к сожалению, внимания публики, особенно детей. Они ввели новый персонаж, злодейку Мелисент, которую сыграла Николь Кидман. Очень убедительно она в этой роли. И в поддержку выхода этого фильма здесь была абсолютно чудесная акция. 50 медведей, одетые в разные забавные одежки. Вау. Были разбросаны по всему Лондону. Прикольно. И идея была такая, что вы на сайте должны были найти, где они находятся, потом найти их живьем, с ними сфотографироваться, выложить где-нибудь у себя в соцсетях. Вообще была медведя-мания. Серьезные дядьки фотографировали с этими медведями, выкладывали их у себя на фейсбуках, ну и так далее. А второй фильм вот вышел буквально пару лет назад, наверное, и там была уже такая акция попроще. Всего 5 таких книжек-раскладушек находилось в главных туристических местах Лондона. И тоже была идея в том, что с ними надо, их надо было найти, с ними надо было познакомиться. Вот. А я не смотрела последний фильм, он тоже хороший? Очень хороший. Хороший. Ну да, вот он очень такой правильный, да, как они умеют сниматься. Ну что, что еще про это место я вам могу сказать? Что вот эта стена за моей спиной, скоро разверзнется. И откроется новая станция Паддингтон, еще одна линия кроссрейл. И это 21 век, который наконец-то придет в Великобританию. Wow. Почему? Потому что то есть это вообще 118 километров железных дорог, которые соединят запад Великобритании с востоком. В туннеле 40 километров под Лондон. И почему 21 век? Потому что заявленная скорость этого всего хозяйства 140-160 километров в час. Под землей 100. Для примера, лондонское метро 33 км в час сейчас скорость. Я считаю, что останавливается постоянно. Да. Ну, то есть это будет новая инфраструктура, новая инженерия, новые поезда. Но что греха таить, мы быстрее можем доехать сейчас до Парижа на французском Евростаре, скоростной железной дороге, которую французы уже хорошо и успешно строят, чем, к примеру, добраться до Корнуолла или до Эдинбурга. Да? В Британии самая ранняя, самая развивленная, наверное, сеть железной дороги, но, как известно, лучший враг хорошему, и когда у тебя уже что-то есть, перестраивать это всегда сложно, накладно, и поэтому это все с таким большим опозданием приходит в Великобританию. Вот. Это кроссрейл, она должна была открыться еще в 2018 году, но каждый год это все откладывали. Последняя дата должна была быть 2020, но в этом году у нас все, что должно было открыться, ничего не открылось, потому что такой хороший экскьюз, собственно, все задержать. И когда они, кстати, закончили рыть туннель под землей и только-только приступили к отделке,
наша королева Елизавета II, бабушка, которой под 100 лет, полезла туда, на эту стройку, под землю. Да. И в этот день эту ветку назвали Элизабет Лейн. И теперь, да, вы, кстати, если можете, если интересно, она уже вплетена во все карты. Она уже везде есть, эта ветка, и земля вокруг этой ветки уже давно подорожала, уже даже успела подешеветь. Но мы все это дело ждем. И теперь все очень надеются, что Елизавета откроет лично эту ветку, когда ее доделают. Спасибо, спасибо, здорово, да. Здорово. Ну что, день памяти отмечают. 11 ноября. Да, это главный... День памяти. Да, это день... А можно я добавлю? Я знаю, что вот этот тюльпан, он как раз и символизирует... Да. И только вот это в Англии. Это мак, по-моему. Да, сори, мак, да, вот они, оговорился. Да, то есть люди, которые хотят какую-то память о своих близких, вы видите, что они сделают такие крестики, на которых они пишут имена, какие-то пожелания, да, и так далее. Поставили это все люди. Нет, памятник, да. Он похож на миллионы памятников по всему миру, погибших в мировых войнах, но меня поражает только одна вещь. Вот эта вот цифра, посмотрите, 3312 человек. То есть это погибшие служащие Западной железной дороги в двух мировых войнах. То есть они посчитаны до последнего человека. И это в Британии просто завораживает, да? То есть на фоне нашей исторической родины, где плюс-минус миллионы просто, да, мы до сих пор не можем их всех посчитать, да? Здесь, в Британии, совсем другое отношение к человеческим жертвам и вообще вот этой цене. И для них любая дата, связанная с войной, это прежде всего день памяти, день скорби, день благодарности за то, что люди пожертвовали своими жизнями. И, конечно, ни разу не праздник. Спасибо. Паддингтон. Вот сейчас покажу поезда. Последний раз это был 1998 год, когда запустили отсюда Хитроу экспресс. Так что если вы приезжаете из этого аэропорта на поезде, знаете, куда вы попадаете. И не хотите ехать полтора часа на метро, то можно за 20 минут доехать. На самом деле очень экспресс. Здесь очень хорошо видны эти балки. Хочу, чтобы вы еще обратили на них внимание. Видите, то есть тут такие два больших, как это сказать, полукруга, что ли, да, соединенные, даже не два, три. И между ними вот такая вот канавка образовывается. Как вы думаете, как они отсюда отводят воду? Потому что я три колодца. Вот такое вот оригинальное решение середины 19-го века. А еще раз я не понял, как оно проходит? Внутриколонная вода. Ага, которая колонна на самом деле. А я понял, в общем, да. Слушайте, ну и вот эти панели жуткого коричневого цвета, они мне напоминают железные двери моего детства. Вот в такой жуткий цвет их красили. Это, наверное, самая дешевая краска, да, была, да, в Советском Союзе. То есть, ужас. Да, ну я, честно говоря, думаю, что в этой канавке, помимо воды, скапливается еще и грязь. Поэтому им надоело это все чистить. Ну, чистят, наверняка чистят. Наверняка чистят же и...
Это значит, вот вся вода, и они скрыли, в принципе, скрыли. Да, вот отсюда, да, оно спускается с той, с другой стороны, да. И уходит вот внутри колонны по трубе. Кстати, вот инженеры прошлого, это считалось очень-очень, ну, такой специальностью ответственной. Конечно, потому что вот замки, вот как строили в Англии, вы же знаете, вот, ну, там же и вот эти лестницы все возможные, то есть, и если инженер там просчитался, это стоило его, в принципе, ему жизни. Ничего себе. Чтобы не скучать. Я вот поражена, насколько люди активно ходят на экскурсии сейчас, несмотря на то, что холодно. Да, люди все сейчас ходят на экскурсии. И все уже замучились сидеть дома. Да. Все хотят, да, наконец-то, да. Татьяна, а вот у меня к вам вопрос. Да. А вот люди, в принципе, вы показываете любую часть Лондона. Вот если люди, ну вот кто-то поинтересуется, вы любую часть Лондона можете просто показать в деталях и рассказать историю. Ну, слушайте, я же вам не Википедия, да. То есть у меня есть мои любимые маршруты, да, пешеходные. Такая нетуристическая часть Лондона, вы сейчас видите, мы в очень нестандартном, да, месте. И их я знаю досконально, подробно, и, в общем-то, я всем рекомендую заказывать именно их, потому что эту часть города я покажу максимально хорошо. Количество этих маршрутов постепенно увеличивается. Mm-hmm. Вот в этом году как бы я запустила Кенсингтон, вот сейчас заканчиваю Сент-Джонс-Вуд. Вот. Ну а вообще я специализируюсь по искусству. Да. По национальной галерее, Tate Modern, Tate Britain, выставки всевозможные, которые здесь проходят. Сейчас просто это все очень плохо доступно, особенно для групп. Индивидуально еще можно посмотреть. Но я жду, надеюсь, я когда-нибудь вернусь к своей более природной деятельности. Татьяна, вот да, сори, вот за такой вопрос. Вы специализируетесь, у вас образование? Вот да. Так, а где вы учились, если не секрет? История искусств. Московский государственный гуманитарный университет. Москва. И магистратура здесь в Лондоне. Вау. По арт-бизнесу при Сотбес. Двойное образование. Ой, слушайте, у меня 4 высших образования. Это история, получается, и культура. Да, да. Самое первое вообще у меня Московский авиационный институт. Не поверите. Да. Да. Вот. Но потому что у меня математический склад ума, но спасало меня исключительно то, что я была близка вот в такой команде типа КВН, то есть такие аниматоры на базе моего института, и это, в общем, позволило мне дожить до конца образования. И после этого, когда, знаете, с первым образованием не попал, я дальше себя всю жизнь искала. Еще у меня MBA со специализацией в маркетинге, еще у меня институт фондового рынка, я, собственно, работала какое-то время в финансах. И потом, после 2008 года, я решила, что искусство – это, наверное, лучшая инвестиция, потому что самая древняя инвестиция. Пошла поучиться в РГГУ и поняла, что мне уже не нужны никакие инвестиции. Я настолько на своем месте, что с тех пор вот уже сколько получается. Почти 20 лет я занимаюсь. Вау, спасибо. Пожалуйста. Фотографии, которые рассказывают о том, как тут строили метро. Вот вы говорите, почему не глубокого залегания. Потому что, собственно, они все делали открытым способом. Видите, они просто рыли канаву. В этой канаве там клали рельсы, сверху деревянные перекрытия. То есть если какие-то дома на дороге там попадались, их просто сносили. Вот смешные какие тетушки там сидят на импровизированном балкончике, наблюдают за всем этим действием. Вот это тоже мне очень нравится фотография. Смотрите, здесь железная дорога. Да. Видите, Great Western Railway, западная железная дорога, да, брошена вдоль домов, как трамвай. Mm-hmm. И потом, собственно, если требовалась станция, то вот это пространство между домами накрывали вот таким же куполом, который мы, да, сейчас видели. И получалась станция. По такому же принципу в Лондоне все старые станции так построены. И не только в Лондоне. Обращайте внимание. Ну и вот 1942 год. Фотография периода Второй мировой войны. Посмотрите, как здесь пусто. Я была во время первого самого сильного локдауна в Лондоне, здесь на Паддингтон.
поверьте мне, он выглядел вот так же. Класс. То есть прошло сколько, 80 лет, и мы вернулись вот в похожую точку, абсолютно пустая станция. Угу. Ну, а вот это 52-й год. Такой олдскул, конечно. Да, это год коронации Елизаветы II, нашей нынешней королевы, которая уже дольше всех сидит на троне за всю историю Великобритании и, не побоюсь соврать, может быть, даже мира. Еще вот лазит под землю. Да, не, она вообще... Вау. Вот, мы, собственно, вышли с вами на каналы. Перед вами Grand Union канал. Grand Union. Который, если вот туда идти вдоль него, то он идет до самого Бирмингема. Канал. Канал. Вау. Да. А вот в ту сторону там находится так называемый Паддингтон рукав или Паддингтон бассейн, тупичок такой. Угу. Вот. И хочу обратить ваше внимание вот на это здание. Ого. Оно совсем новое, совсем современное. Его построили прямо у меня на глазах. И называется оно Brunel Building. О, в честь... В честь Занбады, Kingdom of Brunel. И если вы посмотрите, оно и оформлено, как будто железнодорожные рельсы пересекаются между собой. Да. То есть вообще это здание имеет такую претензию на архитектурную ценность. Я так предполагаю, что мы его где-нибудь еще и увидим. Слушайте, ну и... интересный факт, что у нашего из Занбады Kingdom of Brunel был не менее интересный папа, который тоже был инженером, но очень сильно опережал свое время и поэтому часто попадал в разные неприятные истории. Один раз даже сидел в тюрьме долговой. Да, и это был момент, когда он был на один шажок до того, чтобы не оказаться в Российской империи. В тюрьме? Нет, нет, потому что он тогда из тюрьмы написал нашему императору Александру I письмо в надежде, что он его выкупит из тюрьмы и заберет с собой в Санкт-Петербург, чтобы там строить мосты. Нормально, то есть раньше бежали из Лондона в Петербург, а теперь из Петербурга в Лондон. Он не бежал, у него была такая задумка, и Александр I вот абсолютно был не против. Он сюда приезжал в 1814 году. Вообще его встречали как триумфатора после победы над Наполеоном. Это был самый популярный российский лидер за всю историю наших взаимоотношений. Но, знаете, любовь любовью, но свои национальные интересы британцы блюдут всегда. Они прослышали про эту договоренность, сами выкупили папу Брюнелла, его Марк звали, из тюрьмы и строго-настрого запретили вести какие-либо дела с Российской империей. Как в воду глядели, потому что через несколько лет он изобретает первый в мире проходческий щит, с помощью которого был сделан первый в мире туннель. Узенький такой туннель в районе Гринвича под Темзой. А зачем? Для чего туннель? Ну вот вы спрашиваете, как делать, чтобы метро было глубокого залегания. Собственно, вот он, этот проходческий щит. Его усовершенствовали за весь 19 век, и в 20 веке это позволило строить уже вот такие глубокие станции, глубокие ветки протока. Вот, так что он мог бы быть, и он, и Занбад, Kingdom of Brunel могли оказаться в Российской империи. Такая интересная история. Спасибо. А вот здание, конечно, очень впечатляет. Да, здание роскошное. А как его строили, просто... И вот эти рельсы, они, конечно... Но я такого в Лондоне не видел. Смотрите, я такого не видел. Связка, да? Да. Не, ну, City of London, большое количество действительно памятников современной архитектуры. Офисные здания, Lloyd один чего стоит. Это здание, которое вывернуто наизнанку. То есть вот вся инженерия, все лифты, лестницы там и так далее, оно все как бы снаружи. И там огурец вот этот, шар сейчас. Очень много интересного сейчас строится в Лондоне. Но вот это один из таких вот современных
взглядов на архитектуру, посвященной промышленной революции в Великобритании и построена не случайно рядом с вокзалом Паддингтон. Да. История про Александра. И канал, классная. Конечно, тоже такой. Ты представляешь себе, насколько вот, вот он, насколько он пойдемте километров дальше. Этот? Это же. Ну что, по гондоле? На гондоле. На гондоле. Татьяна, где гондола? Кстати, вот там, вот, вот в этом Паддингтон-рукаве, там, где тупичок, там можно взять на прокат вот такие досочки. Можно взять на прокат лодки с таким простым электрическим управлением, как, знаете, или как самокат. Ну, смотрите, давайте, может быть, мы... Разукрашенная елочка, да? Елочки новогодние. Что-то тут строится интересное. Давайте встанем вместе посимпатичнее, я вам расскажу, собственно, про эти каналы, как они тут появились. А вот смотрите тоже. Как дверь разукрасили. Венок. Вообще в этом году я хожу, снимаю, не перестаю ему восхищаться. Mm-hmm. Может быть, он стал более заметен, когда мы перестали так быстро бегать. Кью Гарден очень хорошо разукрасили в этом году, там иллюминации. Ну вот, по поводу железной дороги. Ой, по поводу канала. Вот представьте, 18 век. Mm-hmm. Промышленная революция. По всей территории страны строятся фабрики и заводы. Но как туда подвозить сырье и забирать готовую продукцию? Жители Лондона знают, что почти каждый день у нас тут дождик. Если это лошадь, телега, колея такая, то все это размывается. И, в общем, это долго, дорого. И реально этот вопрос стопорил весь процесс. Пока. Один хозяин шахты под Манчестером в 1760-е годы не прорыл канал к Манчестерскому порту, что мгновенно удешевило его уголь в два раза относительно конкурентов. И все. Началась каналомания. Представляете, они за 30 лет прорыли так называемый большой крест каналов, который соединял между собой 4 судоходные реки Великобритании. Вау. А в 1800 году здесь было вырыто 6000 километров каналов, которые как паутина покрывали территорию всей страны. Угу. Вообще, в чем была революционность этого нового способа доставки? Вот посмотрите. Хитрюги. Мал. Одна лошадь тянула баржу. Вот она шла вдоль бечевника, тянула за собой баржу. Баржа 2-3 метра на 20 примерно могла примерно тоже около 20 тонн груза перевести. Не зависит. Но по воде. Вода же вот это вот сопротивление она уменьшала. Быстро, дешево. Угу. И не зависит ни от каких погодных условий. Угу. А у меня вот это, знаете, я вспомнил сразу картину Репина «Бурлаки на Волге». Ну, у нас люди, да, тянули. Я вот сразу это вот со школы вспомнил. Ну, это же не всегда, но не важно. Вот. И как они это все строили? Они, конечно, приглашали инженеров из Голландии. Мы не будем сравнивать. Извините, я вспомнил это просто. Да, у них демократия 800 лет, а крепостное право еще в 15 веке. Не, ну у нас же там не вытянули, мне кажется. Хотя, кто знает, там могли вообще пройти. Это же... Где?
где-то на Ближнем Востоке тоже есть очень похожая картина, которую, похоже, Репин как раз таки вдохновился ей. Там тоже тянут люди эту баржу. Угу. Ну, как бы да, люди, они, видите, более выносливы, чем животные, особенно когда их много. Вот. И голландских инженеров на всех не хватало. И поэтому иногда, вот вы знаете, вот особенно в отдаленных каких-то районах, просто на коленках, на здравом смысле, британцы поднимали с нуля целую индустрию. Туннели, шлюзы, мосты, акведуки, рельеф неровный, надо было вот это вот все строить. И они вот действительно за 30 лет подняли с нуля целую индустрию, которая существует до сих пор. А кто был, как вы думаете, рабочая сила, которая непосредственно лопатами работала? Ирландцы. Точно. Ирландцы и шотландцы. У них сложные отношения с метрополией. Они до сих пор англичан нежно любят, в том числе и за это. Угу. Ну, пойдемте. Okay, нужно, погнали дальше. Нам там кайфность. Да. Рождественские елочки, огни. Давайте я вам покажу. Давайте. Ой, я тут вообще никогда не была. Как красиво и как прохладно сегодня все-таки. Вот этот квартал, он называется Паддингтон Централь, он совсем новый. Вот на этой, кстати, барже, где сейчас Fresh Fish Daily, у них был офис, на котором они, ну, с которого они продавали и офисные помещения, и жилые. Здесь все. Здесь это не только бизнес-квартал, здесь и жилые апартаменты, и даже вот там вот в конце гостиничка называется новый отель. У Microsoft здесь большой офис. Ну и, конечно, вот этот роскошный абсолютно амфитеатр, которые используются очень интересным образом. То есть здесь в доковидные времена, когда проходили разные спортивные мероприятия, то есть Уимблдон, футбол, чемпионаты по футболу, Олимпийские игры и так далее, в Лондоне было оборудовано несколько фан-зон на открытых площадках. И вот здесь тоже, это одна из них, здесь стоял огромный экран, и люди могли приходить, покупать здесь в окрестных кафешках разную выпивку, пиво, еду и сидеть и, соответственно, вместе болеть. Все очень культурно. А экран вот там, да, видимо, где поставился? Вот либо наверху, либо внизу. То есть вот иногда вот там, где вот сверх не елочка, вот там стоит. Да. И иногда сюда даже приезжал кочевой кинотеатр, так называемый Nomen Cinema, то есть и показывал тут вот такие классические фильмы. То есть, в общем-то, это действительно такой амфитеатр, который изначально был построен как вот место для того, чтобы люди могли встречаться, социализироваться, общаться между собой. Ну вот сейчас это все не очень актуально. Видите, какие позорные таблички тут наклеили, что не сидите, не стойте, не дышите, дистанцируйтесь. Но надеюсь, это безумие когда-нибудь закончится. Идемте. Да, и не забывайте, с вами Татьяна. Artwork, правильно? Art walk in London. London art walk. Да ты скажи нормально по-русски, чтобы люди поняли. Русский. Арт прогулки по Лондону. Гуляйте в Лондоне все! С Татьяной. Частные каналы были частные, лодки были частные. В Британии вообще все частное. То есть... Каналы тоже частные были? Да. И железная дорога, и до сих пор транспорт был частный. Вообще, именно англосаксы, они отличаются тем, что у них государство – это только сервисная функция. Бизнеса государственного здесь не бывает по определению. Так вот, лодочник на такой лодке жил и работал. Здесь был такой закуточек 2 на 3 метра, где это все и происходило, его жизнь. Он сюда приводил молодую жену. Тут рождались дети.
дети вырастали, выходили замуж или женились на таких же детях лодочников. Вообще появилось уже несколько поколений людей, которые просто не знали другой из жизни. И вот это маленькое пространство, как вообще? Ну, женщина, она всегда остается женщиной, посмотрите. Наши встроенные шкафчики, подвесные тарелочки, откидные вот эти кровати, все тогда или использовалось, или придумывалось вот этими как бы женщинами, которыми, женами, которые обустраивали быт. В Камден есть канал, есть музей канальной культуры, где вот это все можно посмотреть. Они раскрашивали свои лодки в яркие цвета, придумывали какие-то неимоверные орнаменты, названия лодкам давали забавные. Но вообще появилась такая целая субкультура жизни на воде. А стали появляться еще пассажирские лодки, которые за один раз могли до 120 пассажиров перевезти. Летучие лодки для срочных и быстро портящихся грузов. То есть если стандартно вот такой лодочник, он днем шел, а ночью он отдыхал, то они построили типа наших постоялых дворов, где можно было передохнуть, поменять лошадь и идти и днем, и ночью. То есть когда вот эта вот вся система оформилась и хорошо заработала, появилась первая в мире железная дорога в 1825 году здесь, в Великобритании. И буквально за 20 лет железные дороги заполнили территорию почти всей страны. И вот эти новые, молодые, агрессивные частные железнодорожные компании иногда просто выкупали каналы, засыпали эти каналы, чтобы убрать конкурентов. А после Первой мировой войны, когда появилась разветвленная сеть автомобильных дорог, канальная система умерла полностью. То есть это был один большой грязесборник, склады, промзоны, но самая-самая непрестижная земля. Вообще они за прошлый век полностью утратили порядка 500 миль каналов, которые совсем не поддаются уже восстановлению. И если вы посмотрите, вот чуть-чуть сохранилась вот часть этой промзоны. Вот так вот выглядела территории все, которые примыкали к каналам. Это склады, это какие-то такие производственные площади. А все, что вы видите вокруг, это дела последних 30-40 лет. Вот посмотрите, вот эти все новые кварталы. Да. Когда британцы неожиданно просто посмотрели себе под ноги и сказали, боже мой, у нас же есть каналы, их же можно почистить, их же можно привести в божеский вид, и будет отличное место отдыха, чем они, в общем-то, занялись. Сейчас уже расчищено порядка 3000 километров каналов на территории всей страны. Есть даже вот такая карта, сейчас я покажу. Вау, вот. Каналы, видите? Англии. Да, и? То есть каналы, реки, то есть как они как паутинка покрывают. Вопрос сразу, да. Извините, что перебиваю. А можно ли поплавать вот на таких, по таким каналам, вот, например, на... Без проблем. Да? Такую, ну, не такую конкретную, это какой-то абсолютный экземпляр. Мы сейчас дальше пойдем увидим. А можно взять лодку на прокат, можно взять ее с капитана, можно взять без капитана и так далее. Кстати, в 2012 году Google запустил специальную канальную навигацию. То есть можно онлайн маршрут себе даже проложить. Вот это круто, где, да? Будут указаны все шлюзы, мосты и так переходы и так далее. Но вы знаете, какая главная проблема такого путешествия? То, что разрешенная скорость на каналах только 5 километров в час. То есть инфраструктура построена минимально под ход лошади, которая тянет груженную баржу. Так 5 километров в час можно человеку идти спокойно. Да, поэтому если у вас нет никаких ограничений по времени, то, конечно, welcome, можно тут путешествовать. Пенсионеры британские, которые, выйдя на пенсию, еще бодры, веселы и активны, частенько вот так в начале лета берут баржу и уходят на весь сезон в такое путешествие. Я мечтаю когда-нибудь тоже что-то подобное осуществить. Ищу компанию. Да. А вот, девушка, расскажите вот про вот что это такое? Вот
Прокомментируйте. Смотрите, у нас обычно цветочки в вазочке, да. А тут перчики. Тут перчики. Вот они разные, красные, желтые. Слушай, оранжевые. А у меня сразу мысль, давай кому-нибудь из зрителю вот вышлем, ну, приз такого. То есть кто-то напишет красивый комментарий, мы ему вышлем перчик. Нет? Давайте. Да? А вдруг он ядовитый? С вас комментарий, с нас перчик. Ладно, вот этот перчик я отрываю или не надо? Ладно, одну отрываю. Ну только не ешьте его, товарищи.